от Александра сегодня поступила в заточку бритва немецкого производства, мануфактура Хердер. Однако не тот Хердер, который самый лютый, а этот, который там кум, сват, брат, их там Хердеров, черт ногу сломит. Не разбирался особо, на то не было ни времени, ни откровенно желания, а желание было максимально подготовить для Александра бритву к работе. Что, в общем-то, было сделано. Были дополнительно выданы, я бы так даже сказал, предварительно были выданы рекомендации по техническому обслуживанию бритвы на постоянной основе. Другими словами, если просто выразиться, правка на ремне по-прежнему крайне острым и фундаментальным остается, по крайней мере для меня, вопрос правки на ремне. Очень сильно помогает поддерживать бритву в рабочем состоянии правка на ремне. А если еще точнее сказать, то правка на ремнях. Поскольку, как я уже когда-то высказывался, не только кожа, но и ХБ или льняная стропа имеют колоссальное значение в деле поддержания клинка бритвы в абсолютно рабочем состоянии. Вот бритва была получена, бритва была осмотрена предварительно. Был сделан фотографический снимок в макрорежиме, дабы явить Александру состояние рабочей фаски и, собственно, режущей кромки до заточки. И далее, скажем так, номенклатурно бритва была, как обычно, в обязательном порядке обеззаражена. Бритва была заточена с самого начала до самого конца. И, в общем-то, заправлена на... поправлена. Ну, или доведена. На льняной стропе и на кардоване. Тут важно акцентировать внимание на том, что кардован по, скажем так, анатомическим особенностям, он, в общем-то, кожей не является. Это некий фасциальный слой. Так, 326, Рихард Аберхердер. Абер, не знаю, аббревиатура. Вот такой клиночек, как я Александру уже и сказал, которого отдельно я сердечно приветствую. Оклеил я предварительно, поскольку обух не имеет хоноизноса, другими словами, следов от камня. Я оклеил его в один слой изоленты и слой ленты каптоновой. И таким образом бритву заточил. Поскольку бритва на, я бы так сказал, на полной выборке, соответственно, будет в работе, ну не то чтобы звякать, но шелестеть наверняка будет. И точно так же в обратную сторону справляется с поставленными задачами. Вот, в общем-то, и все. Обещал Александру осевой подбить, что, в общем-то, и было сделано. Осевой подбил, он и не сильно туго, но и плотненько клиночек здесь обращается. Поэтому, ну вот, в общем-то, все готово. Бритва упакуется, поскольку уже почта не работает. Будет отправлена, естественно, завтра. Поэтому у меня на этом все. Спасибо за внимание. Надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока.